Раньше мы работали в одной команде. Угадайте, какая. Все, до свидания. Знаете, в каждой игре все равно можно найти какие-то мелочи, которые можно придраться. Хочется от них избавляться в какой-то грязи. Сегодня, конечно, ее было не так много, но все равно хочется, наверное, стремиться к идеалу. Что они изменят свою игру и переживали, что мы не сможем подстроиться на изменения. Но все прошло как надо, тактично, то есть все правильно. Там есть нюансы, но будем работать над этим тоже. Более нервная и упорная борьба была, поэтому мы готовились, соответственно, Краснодар тоже готовился, я думаю, два игра не показать. Пока я отдыхаю, вы можете подписаться на наш канал.